Всем доброго времени суток, с вами, как всегда, я Лавченский, и сегодня у нас метрострой. Мы с вами находимся в ТЧ-20 Труднево, это у нас московский метрополитен, такая, блин, контейнер, такая будка, здесь у нас находится, так сказать, схема этого всего депо, и вон часы у нас висят. Что ж, давайте откроем путь для начала. Сегодня мы прокатимся на обычном номерном, а вот, возможно, в следующем видео мы с вами прокатимся уже на пришельце, которого добавили. Почему в следующем видео? Потому что пришелец у нас в киевской окраске, а тут мы находимся в московском метро. Это немного неправильно, мне кажется. Вот так, вот такое у нас депо. Кстати говоря, не так сильно прям лагает все, я бы сказал, да? Вот там видно высотки, это у нас какой-то новый район, я так понимаю. Не обращайте на error, это какая-то ошибка. Ошибка, не знаю, с чем она связана, возможно, что-то я не так качал. Так, ну что ж, а мы с вами заходим. Так, привет, номерной. Очень эпично. Мне уже нравится. Так, ладно. Что для начала сделаем? Давайте представим сразу же маршрут. У нас сегодня Нижнегородская. Мы только не поедем на Некрасовскую, а сразу поедем на Лухмановскую, потому что депо так расположено неудачно. Сегодня у нас будет маршрут 41, я не при делах, так сказать. Кто помнит, тот молодец. Так, вот тут у нас бешеная удочка, с ней надо аккуратно обращаться, она немножко, вот видите, перевозбужденная, я бы сказал. Какой-то оргазм очень сильный у нее. Так, давайте подключим к второй тележке, второго вагона. С этой карты очень долго пришлось возиться. Так, камера, надеюсь, работает. Да, камера работает, это хорошо. Тут у нас московский, так сказать, бренд в московском окрасе. Мы же в Москве находимся, логично. Так, что ж, у нас электричество сейчас должно появиться. Прекрасно. Так, что ж, будем тебя запускать. Он у нас почти запущен, нам осталось какие-то маленькие детальки сделать. И доходим. Опа, так, залетели. Сигнализация даже не сработала. Да нет, работает. Так, это сразу же выключаем, чтобы всякие школьники не лазили. Вот такой у нас номерной. Синие двери, кстати, у него. Тут лампы у него, кстати, красиво сделан. Московский этот бренд. Бренд. Так, реклама у нас самая обычная. Тут можно его настроить. Это хорошо. Так, не буду оставлять номер маршрута. Это не обязательно. Некрасовка, начальная станция. Ну, вообще-то у нас начальная станция Лухмановская. Не-не-не-не, Лухмановская, вот так вот. Так, подтверждаем. Лухмановская, Нижегородская. Отлично. Так, хорошо. Так, теперь мы с вами освещение пульта, кабины. Вставляем ревесилку. Так, хорошо. Так, напорная магистраль накачивается, все классно, запись идет. Так, отлично. АЛС включаем, точнее это дешифратор включаем, да, АЛС включен. Так, громкоговоритель, все по традиции делаем, все как обычно. Сильные фары пока нам не надо. Все, вроде все я сделал. Надеюсь, что все, ничего не забыл. Так, это пока выключим. Так, 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 эта программа, все вроде запустил, можем трогаться потихоньку. Да, и мы с вами едем. Ну, слава богу, что без фейлов сегодня. Надеюсь, потому что я... Сколько тут фейлов, блин, вы не представляете, тут что угодно происходило. То удочка срывалась, то с рельс сходил. Ну, как обычно, это у нас Лавченский, блин, любит фейлить. Так, вылезай, давай потихоньку. Так, перед знаком стоп мы сейчас остановимся, конечно же. Стой. Стой, говорю. Все, харе. Надо удочку аж отключить, правильно? Она там, надеюсь, не сорвалась у меня. Так, она, подожди, с другой стороны находится. Нет, удочка не сорвалась, блин, какое удивление. Обычно это у всех так происходит. Либо током ударит, либо удочка сорвется. Но сегодня, слава богу, что без фейлов. Так, ладно, дверь закрываем. Садимся.
что ж, поехали. Так, включаем компрессор BPSM. Поехали. Так, у нас пока чек. Но это ничего страшного. Можно ехать. Жаль, что нет напарника какого-то. Хотя бы вот здесь, блин, не знаю, помощника. А то одному скучно это кататься в этом метро. Уже сколько мы уже видео, кстати, записали, я уже даже не знаю. Так, нам, кстати, там впереди красный сигнал светофора, нам надо бы сейчас якобы доложить диспетчеру, чтобы нам открыли сигнал этот. Но этого никто не будет делать, мне придется самому сейчас открывать этот светофор. Хотя это должен делать диспетчер, по идее. Ну, я думаю, что на сервере есть там диспетчер какой-нибудь, который за этим контролирует все это. Так, подруливаем потихоньку. Кстати, эта карта не очень, так скажу вам, требовательная. Почти не лагает, я бы сказал. Тормози. Все, стоять. Вводим команды. Сейчас немножко пошалим. Так, открываем светофор. Сначала вот этот. И второй светофор. Может, для тех, кто не знает, то сейчас я вам показываю, что надо открыть А1 и потом открыть Е1. И все, у нас, по идее, должен открыться светофор. Ну вот, отлично. Трогаемся дальше. К сожалению, нету никаких мануалов, там это обычно оставляют разработчики, а тут ничего подобного нету. Поэтому приходится самому смотреть, какие светофоры надо. Так, поедешь с ними? Поедешь, все. Трогайся. Так, а вот и светофор. Так, стоять. Стоим. Так, у нас впереди еще один светофор, который надо будет... А, подожди, этот светофор надо будет открывать со станции. Мне надо сейчас будет выйти и забежать на станцию, чтобы там ее открыть. Это вот так очень странно, это чтобы я бросал поезд, бежал по рельсам и открывал путь себе. Ну, тоже очень странно сделано. Точно, что не по RP. Так, открываем, короче. Раз и два. Лухмановская. Хорошо, теперь обратно. Так, потихоньку двигаемся. Какие-то перебои с электричеством. Нормально. Откатываемся. Главное, рейку не проехать. Так, тихо. Почему-то чем у нас работало, не знаю. Не спрашивайте. Еще чуть-чуть подкатись. И, в принципе, будет хорошо. Стой. Ух ты, идеально. Это надо точно было записать. Так, открываем двери. Так. Стоп, не так. Вот так и вот так. Все, пассажиры, заходите.
а мы с вами посмотрим станцию. Вот такая станция у нас Лухмановская. Очень, так скажу, яркая, новая, свежая. Ну, это у нас ветка очень новая. Вот, поэтому и станции тут такие вот современные. Очень красивая станция, очень классно даже сочетается с нашим номерным. Так, ну мы с вами едем на Нижнекородскую, то есть едем на следующую станцию. 8.41. Тут, кстати, время неправильно показывается. Сейчас у меня 11 часов. Тут у нас интересная такая будка еще. Какой-то пассажир залез в шкаф. Что ты тут делаешь? Смотри, тумблеры. Тут не повыключай. Что-то там делает, блин, непонятно. Ладно, садимся. Надеюсь, он мне не испортит поездку. Так, отправляемся. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица Дмитриевского. The next station is улица Дмитриевского. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Так, что ж, ребята, открывай двери. Ой, еще раз, открываем двери. Так, отлично. Заходите, ребята. Так, вот такая у нас станция улица Дмитриевского. Ну, мне нравится. В принципе, станции очень красиво сделаны. Ну, в игре. Не знаю, как они в жизни выглядят. Я обязательно оставлю скриншоты. Для сравнения посмотрим потом. Так, а ну-ка, камера на месте, камера на месте. А то она уже один раз улетела немножко. Так, что ж, а мы с вами будем сейчас отправляться на следующую станцию. Так. Стоп, надо проверить сейчас. Станция улица Дмитриевского. This is улица Дмитриевского. Так, отправляемся сейчас, ребят. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кусино. The next station is Кусино. Кусино. Переход на станцию Лермонтовский проспект. Выход к железнодорожной платформе Кусино. This is Кусино. Change here for Лермонтовский проспект.
Line 7. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Фух, что ж, открывать двери. Опять я забыл. Так. Что ж, вот такая у нас станция Касино. Ну да, чуть не доехал до реки, но ничего страшного, у нас все равно трехвагонный состав, а не шестивагонный, как здесь написано. В принципе, пойдет. Только тут почему-то написано Хорошавино. Кстати, такая станция, по-моему, уже была. Мы уже, по-моему, даже за прошлую карту как раз снимали, там была эта станция. Так, тут у нас на юг Некрасовка. А, там у нас 15 линия. Ничего себе, 15 веток. Такая тоже, блин, классная станция. Так, все зашли. Камера работает, надеюсь. Мы с вами будем отправляться дальше. Так, садимся. 5. Так, отправляемся. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Юго-Восточная. Платформа справа. The next station is Юго-Восточная. Doors will open on the right. Ух, приехали. Так, у нас платформа справа, говорите. Так, тут где-то переключатель был, я просто же. Так, это левые двери. А, вот и правые. А, вот переключаем. И открываем тумблер. Так, отлично. Пошли посмотрим на юго-восточную. Что она из себя представляет. Угу. Я вообще, кстати, не знал, что в Москве есть правосторонние станции. Оказывается, они есть. Вот они, пожалуйста. Ну, насколько я помню, там, по-моему, есть Александровский сад, по-моему, и какие-то станции снаружи, которые вот правосторонние. Вот, я вообще московский метрополитен плохо знаю. Вот, юго-восточный, тут очень классные люстры, кстати, такие большие, летающие тарелки. Вон, Аврора 5, камера висит, кстати. Да, тут, кстати, шестивагонный состав поместится. Ну, чувствую, что будет лагать. Ух ты, тут есть SOS-инфо. Ведется видеозапись, микрофон, экстренный вызов, справка, прикольно. Кстати, тут четкая карта, тут прям вот детализирована, можно посмотреть карту всего московского метро, тут МЦД еще он написано. Ух, большая карта, но я тут знаю только одну ветку, это которая идет от ВДНХ, вот эта оранжевая шестая ветка. Да, и все, остальные ветки я вообще не знаю. Так, ну что ж, давайте будем с вами отправляться на следующую станцию. Не будем здесь долго задерживаться. Отправимся уже в следующую станцию. Так, заходим. Не обращайте внимания, машинист просто немножко угорелый. Первый раз в московском метро, ему только что выдали права, вот он бегает по станциям, смотрит на них. Так, тем более, когда я уже побываю на них. Так, отправляемся. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Обская. Платформа справа. The next station is
Oxfam. Doors will open on the right. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Держитесь за поручни. Мы поехали с вами дальше. Окей, пойдет. Объявляем станцию. Станция Окская. Платформа справа. This is Окская. The platform is on the right. Тоже пошли посмотрим на станцию. Ну, эта станция, можно сказать, что ничем не отличается от предыдущей, разве что тут голубое оформление. Люстры, кстати, освещение очень прикольно сделано. И вот такое вот необычное название. Окская. В виде такого обруч, что ли. Тут у нас лавочка, прикольно сделано, кстати. Обязательно оставлю скриншоты. Надеюсь, что я не забуду. Так, прикольно. Вот бы сейчас все бы в московское метро бы добавили. Мы бы, так сказать, уже целый летсплей бы записывали. Я почему-то не поставил нормально. Вот так, не красотка будет. Да. Прямо с Оска. Окская. Прикольно очень выглядит. Не, мне нравится, в принципе, они хоть... А проект, ну, так сказать, они все проектные, то есть они друг на друга похожи, но отличаются, вот, например, оформление немножко. А так это типичные правосторонние станции. Что ж, давайте будем отправляться дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Стахановская. Платформа справа. The next station is Stakhanovskaya. Doors will open on the right.
Отлично, кстати, остановились. Это очень удивительно. Станция Стахановская. Платформа справа. This is платформа справа. Зачем платформа справа? Что-то такие все однотипные станции в Москве, да не поверю. Ну, эта станция такая же самая, да? Такое освещение-то другое, только как будто какие-то, не знаю, лучи. Не знаю, арматуры прорезали станции, как это было в Москве очень давно, я помню. Билборд какой-то ставили, короче, и проткнули прям насквозь туннель, и туда номерной врезался. Да, и тут то же самое, просто арматуры светодиодные провтыкали. Это не работает, кстати, не? Ну, такая станция тоже. Ну, это, ну, не такая уж красивая, как предыдущие. Не знаю, может, кому-то понравится такая станция. Обязательно ставлю скриншоты. Тут, кстати, есть даже переход на другую платформу. Это очень классно. У нас, кстати, тут тоже висит карта метро. Интересно, эти ветки тут расписаны, но я их тут вряд ли найду сейчас. Тут просто попробуй понять. Я вот когда смотрю, мне аж страшно. Вот, кстати, Некрасовка, вот вижу Лухмановскую, улица Дмитриевскую, Котельники, вот. Ага, Окская, вот, Стахановская, еще какая-то станция, Новохохловская. Нормальное название придумали. Прикольно. И Нижнегородская у нас, конечно, должна быть. Вот, посмотришь, аж страшно. Я даже не собираюсь, это Майнкрафте строить, это очень долго. Да я вот не представляю, что вот какой-то человек вот найдется и вот построит это все, блин. Вот классно, кстати. Блин, как же это классно смотрится. Красиво. Очень. Когда вот так два туннеля, вот было бы классно, чтобы хотя бы бот какой-то навстречу ехал. Но это вряд ли такое будет. Так, ладно, садимся. И будем отправляться. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Нижегородская. Платформа справа. The next station is Нижегородская. Doors will open on the right. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Станция Нижегородская. Конечная. Платформа справа. Переход на Московское центральное кольцо. Выход к железнодорожной платформе Нижегородская. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. This is Нижегородская. The platform is on the right. Нижегородская. Что ж, ух ты. Ведь еще один путь есть. Это типа кросс-платформенная станция. Прикольно. Нижегородская. А так знаете, какая в Москве? В Нижегородском метро есть станция Московская. Согласно законодательству Российской Федерации. Так, ты договорил? Все, молодец. Да, вот в Нижегородском метро есть станция Московская, тоже кроссплатформенная. Вот, это какая-то слишком радужная станция. Почем были эти архитекторы, когда создавали эти станции, или дизайнеры?
Наверное, дизайнеры, скорее всего, взяли, разрисовали, типа, вот там зеленая ветка, тут синяя ветка, типа. Вот. Кстати, классно тоже делано. Даже эскалатор рабочий. Прикольно. Так, все вышли. Все покинули вагон. А мы с вами сейчас поедем в тупик. Загоним, так сказать, составчик. Такая у нас станция Нижнегородская. Там, кстати, желтый цвет. Классно, кстати, сделали. Прикольные станции. Надо будет как-то в Москву съездить, побывать на этих станциях. Надеюсь, никого не испугал. Мы поехали. Так, стоп. Ну, это надо было обязательно по сигналу, без этого никак. В принципе, сойдет. Так, стоп, подожди, давайте все повыключаем для начала. А то я же хотел уже бежать, все бросать. Так. Так, краны закрываем. Так, чтобы воздух не травить, все вырубаем. Так, это уже нам не надо. Так, все выключили. Панельку эту оставим, она, в принципе, не мешает нам. А можно информатор вот этот выключить. Так, включаем. Отключаем сигнализацию. Сначала давайте выйдем. Так. Так. Включаю сигнализацию. Так, все. Можно покидать поезд. Все. Второй машинист придет. Ай. Блин, меня током ударило. А вообще, как здесь ходить? Наверное, надо было через вагоны пройти. Ну ладно. Пройду тут аккуратно. Меня только не убило. Да, в реальности бы так машинист бегал, это было бы вообще смешно. Так, ну что ж, давайте тут и закончим, я думаю, на фоне вот такого номерного, на фоне номерного в окрасе, так сказать, бренд. Да что, красиво смотрится, мне нравится. Может, кому-то не нравится, вообще кому-то даже карта-то не нравится, но она, так скажу, хоть не лагает, и вот приятно работать, я куда-то плыву, все очень классно. Все ж, прощай, номерной. Я, походу, забаговался. А, нет, все, остановился. Что ж, это был метрострой и карта Некрасовской линии. Мы с вами прокатились от Лухмановской к Нижнегородской. Вот такая была карта. Надеюсь, вам понравился обзор. Не забывайте оставлять ваше мнение, а мы с вами встретимся, возможно, в следующем видео по метрострою. Всем до скорого, всем аривидерчи.